Очень сладкий обман раскрыли рузаевские полицейские после визита в город гости из Краснодара. 35-летняя цыганка ходила по квартирам местных жителей и предлагала купить мед. Особое внимание приезжие обращала на пожилых одиноких людей. 79-летняя потерпевшая, открыв мошеннице дверь из-за плохого зрения, перепутала ее со своей сиделкой и впустила в квартиру. Девушка предложила пенсионерке купить две банки натурального меда. Горожанка согласилась и отдала подозреваемой за товар 24 тысячи рублей, после чего та покинула квартиру. Удача была недолгой. Пенсионерка рассказала о сладкой покупке внуку, и он сразу же позвонил в полицию. Жительницу Краснодарского края задержали сотрудники уголовного розыска. Она дала признательные показания. В настоящее время в отношении жительницы Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Устанавливается причастность к девушке к совершению аналогичных преступлений на территории Пензенской области. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».